выявления и пресечения нарушений земельного законодательства обсудили на очередном рабочем совещании в администрации района. По информации начальника управления муниципального контроля Виктора Наталенко, основная часть нарушений связана с нецелевым использованием земельных участков. Администрация района отправляет уведомления с просьбой устранить нарушения. Большинство землепользователей сразу исправляют ситуацию. Но бывают и более сложные случаи, которые заканчиваются проверками прокуратуры и судебными разбирательствами. Я прошу усилить работу в этом направлении, взять на контроль лично и сигнализировать нам муниципальный земельный контроль о выявляющихся нарушениях. Потому что далеко ходить не будем, застраивают все, что хотят, где угодно, как угодно, а потом сыпятся жалобы со всех инстанций. Глава района поручил управлению продолжить работу по осуществлению муниципального земельного контроля, а главам поселений своевременно предоставлять всю необходимую информацию.